начнем сначала. Для этого нам понадобится вообще такая вот вещь. Изначально я хотел сделать мост именно вот такой. Из вот этой вот березовой шампуры, которые продаются в Ашане, стоят, по-моему, 50 рублей или 80, ну, не суть. Имеют квадратное сечение. И в моделизме вещь абсолютно незаменимая, потому что из нее можно сделать все, что угодно. Но в итоге я от этого отказался. Почему? Потому что если брать фото военное с немецкими мостами, вот такими из бруса, то обычно этот мост он выдерживал танки. Мне нужен мост, который танки не выдерживает. Вот из этих шампуров делаем основание, то есть вот буквально вырезаем два бруса. Это кусочек фанеры. На нем я расчертил по 5 миллиметров. Я думаю, что 5 миллиметров это, ну, более-менее нормально. Прочертил борозды обычным канцелярским ножом. Здесь вырезал эти же борозды тем же канцелярским ножом. И здесь сейчас буду делать то же самое по этой стороне. Здесь я еще с этим не работал. После будем добавлять перила. Перила мы уже будем делать из бамбуковых стеков. Тоже из Ашана, по-моему, не помню точно. Вот такая вот вещь. Бамбуковые стеки. 50 рублей, все удовольствие. Подходит для всего тоже. Итак, берем канцелярский нож и начинаем просто прорезать борозды, выравнивать их немножко и все. Нам не надо особо там фанатично что-то вырезать, прям безумно. Нам просто нужно придать определенную фактуру, какой-то объем и все. Так, основание мы в принципе оставляем в таком виде. Меня устраивает, как это выглядит на данный момент. Единственное, сейчас мы посмотрим, что у нас можно сделать по перилам. Высота перила у нас будет чуть выше пояса, это, ну, 1,20 м, да, где-то. Берем два стека, берем чудо-уголок из Dixie за сколько-то копеек и делаем вот по 4 сантиметра. Это высоко. Высота фигуры, если 5 сантиметров, это на уровне груди. На уровне груди это очень много. Давайте 3. Еще на сантиметрик сократим, чтобы уж делать так делать. Так, расстояние между основанием под перил. Если мы сделаем около метра, то этого, я думаю, будет достаточно. Ой, давайте сделаем 3 сантиметра. Ни туда, ни сюда. Приклеиваем наши палочки. Особо нет смысла тут как-то прям смотреть, вымерять, а вдруг я сейчас угол тут наружу будет не 90 градусов, а 85. Это не важно абсолютно.
Сейчас схватится, подклеит. После того, как вот это вот схватится, цианакрилат, да, просто его можно пролить дополнительно еще для жесткой фиксации. Это вот у нас нагрузки не выдержало. Сейчас закрепим. Посмотрим. Перилина у нас вышла на уровне пояса. То есть я считаю, что это отлично. Уровень пояса без всяких там заморочек. Получается высота 3 сантиметра самого основания. 3 сантиметра. Плюс 5 миллиметров мы припустили сюда. И получилось у нас так, как должно быть. То есть, ну, получается по поясу. И этого должно быть вполне достаточно для высоты перил где-то. Берем наши вот такие штуки. Это те же стеки, только уже... Ой, те же шампура березовые, только уже обрезаны по размеру или не по размеру, не знаю. Сейчас я к основанию примерю, потому что высота тоже нам нужна определенная. Сделал я наш 5 опор. Сейчас мы их будем устанавливать. Получается, здесь у нас будет берег. То есть мы немножко сместим. И вот сюда будем приклеивать. Я надеюсь, что не получится у нас там накладки. А если получится, подточим. Не проблема. Максимально быстро и максимально просто у нас получился вот такой вот мостик. Вот такой.